нашей страны. Все, что здесь происходит, все, что здесь движется, это благодаря тому труду, тем усилиям, которые наши сограждане делают за рубежом, в том числе и в Российской Федерации. Дело в том, что сегодня нельзя напрямую запретить кому-то из нас пойти что-то сделать. Можно сделать это, например, так. Например, стариков можно лишить права голоса, запретить им голосовать по советским паспортам. А людям, которые проживают на территории Российской Федерации, просто не открыть избирательные участки, чтобы у них не было возможности это сделать. Даже если сегодня каждый, кто живет в России, пожелает проголосовать и решит прилететь на территорию Республики Молдова, даже если будут организованы дополнительных 10 рейсов на самолете, мы не сможем. Пропускная способность нашего аэропорта не позволит прилететь всем гражданам проголосовать. Поэтому единственным правильным решением было бы открыть достаточное количество для того, чтобы люди на территории России могли реализовать свое право. Они имеют это право. У нас это записано в Конституции, в законодательных различных актах и законах. И мы с вами здесь стоим для того, чтобы эти люди могли выразить свою волю.